Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе утро, Эсра. Вы посмотрите, как все плохо. Чегла Ханым нас с самого утра терроризирует. Не знаю, что и делать. Как тяжело без Азанбея. Они основали компанию с Мусабеем. Он не вернется. Что? Какую компанию? Я не знаю, что делать. Да, нужно что-то делать. На нас весь отдел смотрит. Смотри, как плохо. Эсра! И это твой отчет. Так ты обходишься с компанией из Анталии. Еще и конференцию не провела. Чегла Ханым, в приоритете другие дела. От нас уходят клиенты. Я пытаюсь их удержать. Ты решаешь, что в приоритете, а что нет? Я не решаю. Решает Чинарбей. Он мой начальник, и я ему подчиняюсь. Пожалуйста, не повышайте на меня голос и следите за поведением. Да? А если не буду? Пожалуешься Чинару? Делай, как я скажу. Забери отчет, перепиши и принеси мне. Ясно? У меня есть идея получше. Что за идея получше? Ты сама напишешь отчет. Я увольняюсь. Вот и проваливай! Доброе утро. Эстра, куда ты так торопишься? Я увольняюсь, я так больше не могу. Нет, подожди, давай поговорим. Нет, не хочу говорить. Я уже устала от Чеглы, она переходит все границы, довольно. Хватит с меня. Успокойся, что случилось? Расскажи. Чинар, я не успокоюсь. Ты не знаешь, как ко мне относится Чегла. Если бы знал, ты бы меня понял. Не просто понял, а согласился. Я устала, все. Спасибо за сотрудничество. Чегла, спрашиваю один раз, почему Эсра ушла? Что ты сделала? Ничего не сделала, Чинар. Были проблемы с компанией в Анталии. Я попросила их решить, а она ушла. Вот что бывает, когда так руководишь. Так, Чегла, я чего-то не знаю. Она сказала, если бы ты знал, ты бы меня понял. Это она о чем? Откуда я знаю, Чинар? Я всего лишь попросила ее поработать. Почему ты мне не веришь? Почему? Разве не ты отдала наш проект конкурентам? Чинар. Может, ты просто хотела обвинить в этом Эсру? Чинар, не кричи. Дела идут ужасно. Я ни с чем не справляюсь. А теперь еще и сотрудница, которая мотивировала меня, просто взяла и ушла. Браво! Чинар, но ведь я с тобой. Мы вместе. Мы справимся. Мы совсем справимся. Муса, помнишь, у нас были исследования по возрастам? Да. Пришли их мне. Хорошо, брат, сейчас. Отлично. Я открою, должно быть, это Зейно. Зейно? Эсра? Зейно сказала, что вы здесь. Итак, что делаем? Эсра? Почему ты здесь? А как же твоя работа? Я уволилась оттуда. Что? Эсра, разве я не просил тебя не уходить? Так не пойдет. Вот твое пальто, сумка. Азан, перестань, я никуда не пойду. Ты не мой начальник, чтобы мне приказывать. Эсра, не начинай. Азан, может, хватит? Разве не завтра твоя встреча с инвестором? Верно, и нам как раз нужна помощь. Нужен кто-то, кто знает свое дело. Ладно. Хорошо, давай, идем. Вот компьютер.
Ну, раз уж пришла, давай. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.